Молодежь, добро пожаловать на конгресс. Семинар, который буду проводить я, Андрей Чумакин, называется «Как отражать атаки атеизма». Наверняка большинство из вас родилось в христианской семье. Вы с детства были в церкви, были в воскресной школе, знаете Священное Писание. И затем наступает время, когда вы поступаете в университет. И там вы сталкиваетесь с позицией полного отрицания существования Бога, который называется атеизм. Вам задают вопросы, о которых вы никогда не думали. Вам предоставляют доказательства, на которые вам порою трудно что сказать. Если существует Бог, почему в мире есть зло? Кто сотворил Бога? Как соединить доказательства науки и существование Бога? Вы не знаете порой, как ответить на эти вопросы, тем более вам трудно опираться на Священное Писание, потому что атеисты не признают авторитет Священного Писания. На эти и на другие вопросы мы будем говорить на этом семинаре. Добро пожаловать на семинар «Как отразить атаки атеизма».